Это вот пасхальная трапеза. Отмолились и пришли. Знаете, как дружно. Братья-то уехали в Потеряевку? Да, да. А? Братья ваши в Потеряевку? Да уже все. Можно слово? Давай. Братья, хотел всех поблагодарить от имени мамы моей. Кто помнил там, кто не помнил, это все. Молились. Всякое бывает, да. Ну, в общем, ей сделали операцию очень сложнейшую. Разрезали полностью все тело пополам ей. Потому что очень глубоко пришлось закапываться за этой, как она, злокачественное, да, называется, определение или образование. Да, но метастаз вроде бы пока нету. Но еще, Виктор Андреевич, там как-то это, со временем как-то анализы до конца приходят, да? Или, ну, в общем, неделю она уже пролежала, ее выписывают во вторник. Ну и мама мне рассказывает, отец Константин, который в Красноярске, в Омской епархии, помните, да? Да. Он рассказывает такой интересный случай. Там у него храм есть, который сохранили благочестивые люди православные. Они к нам приезжали здесь, Николай с Татьяной. Николай, кстати, умер, так что можете молиться за него. Помер. Это. Сохранили храм для православия. Там Анна была православная, бабушка, и она... Очень хотела, чтобы храм принадлежал, чтобы ее это здание, такое же, как у нас, вот приблизительно, принадлежало православным именно, именно священнику. И им удалось сохранить и передать вот этому отцу Константину это здание. И у него было совсем мало паствы, и тут вдруг быстро прибавилось паствы, уже, говорит, больше 15 человек. Оказывается, баптисты красноярские, ну, одно из там, видать, их подразделений, они начали смотреть передачи Игнатия Тихоновича по интернету. И там они столкнулись как раз с отношением к сектантству, как вот он относится. И вот эти вот вопросы, которые поднимаются у нас здесь часто, Игнатий Тихонович, как он их раскрывает. Интересно. И они нашли этого отца Константина как-то, не знаю, эти баптисты, пришли к нему. И с таким предложением, они говорят, мы, говорит, сами не понимаем, как мы упустили такой серьезный вопрос, как рукоположение. Мы же, говорит, правда, без священства находимся. И надо как-то к нам, говорит, чтобы мы у вас были. И они стали к нему ходить молиться до такой степени, что двоих уже молодых баптистов он крестил. Троекратным погружением. Возвращение домой. Да, то есть они стали православными. И вроде как будто они там и у баптистов, и в то же время они молятся в православии. То есть, но видите, как эти вопросы решаются. Сложно очень, но нужно большое терпение, ну и мудрость, конечно, здесь должна быть. И все должно быть по священному писанию. И когда все по священному писанию, то люди... которые любят Слово Божие и понимают, что основание нашего спасения – это Слово Божие, они с надеждой устремляются вот к таким отношениям у православных, как вот, во всяком случае, вот у нас, у Игнатия Тихоновича, который поставил, показал. Поэтому помолитесь об этих людях, я пока еще до конца не знаю, они очень сильно хотят получить литературу от Игнатия Тихоновича, потому что они там слышат о ней, а у них нету выхода. А выход-то простой, если у них там есть наши занятия, там обязательно указывается, как выйти. Но я ей рассказал, как выйти. Она теперь передаст отцу Константину, и возможно, что в скором времени они выйдут. Воду уберите со стола. Алло, воду убрать со стола. И попрошу еще всех помолиться. Я отправляюсь в длительное путешествие опять, в свою командировку, начиная со вторника, с 3 мая. Ну, конечно, на великие праздники я буду приезжать обязательно. Даст Бог. Да, так что. А куда? Прошу. Командировка-то куда? Командировка тайгу. В тайгу. Ну, на Кемеровские горы. Называется Салаирский кряж. И что там делать будете? И мы будем там добывать золото. Я работаю геологом и направляю движение артели по золотым рассыпям. Ну так вот. Спаси Христос. Побольше золота на всеобщем. Так. Вот у Надежды Васильевны, я гляжу, у нее что-то тут сзади тут есть. Что случилось-то?
Любовь Николаевна ее все решила. Благодатный огонь сошел. Тихо. Ну, что случилось? Любовь Николаевна ее подожгла. Кто это ее это разбудил? Любовь Николаевна. Любовь Николаевна. А где она? А где она, Любовь Николаевна-то? Там в зале где-то. Найдите, чтобы она... Кается, да? Короче, была экспертиза без ОСАГО. Кто говорит, благодатный огонь, я сегодня смотрел, как есть. Он говорит, даже бороду не трогает. А теперь уже вопрос задают. Говорит, если, говорит, у меня пол бороды сгорело от огня, то как считать, я должен соглашенными стоять? Так... Кому-то дать бы в руки, Игорь. Игорь, возьми-ка маленько. У тебя руки-то вон, возьми, оботри. Я немножко скажу о воскресенье. Сейчас я вытру. Жирные и жирные. У тебя еще вот есть. Больше ничего не надо. Что-то не оттираются. Только держи. Ты видишь, где? Давайте больше ничего не надо. Вот это только не за день смотри. Так, я небольшое слово вам хочу сказать. А воскресенье. Вы ешьте, ладно. Вот люди, которые исследуют разные мировые религии, они говорят, христианство позаимствовало воскресенье из других религий. Там Бог Азирис воскресал. Вот такое было. В самом деле. Это действительно так. И действительно, у них были такое, что она родила там богиня какая, стала девственницей, то есть христианцы как будто многое что-то взяло. Но все, которые это говорят, они не договаривают. Если эти были божества, были придуманы, а дальше-то, ну он воскрес в Азирис, дальше-то что? Дальше ничего нету. Ну как вот растительность, вот весной вырастает, осенью погибает. Какое отношение это имеет ко мне? Вот кто слышал, может, книга такая есть, я осмелюсь назвать его отцом. Это в Пакистане у министра жена, уверовала христианкой стала из мусульманства. У них Аллаха они не называют отцом. И она наконец поняла, что он любящий отец, и она может его назвать отцом. И книга так и называется, я осмелилась назвать его отцом. Мы даже не понимаем этого. У нас, если говорится, Христос воскрес, говорит, и нас воскресит. Он не просто умер, а он умер за каждого из нас. Это ни в одной религии нигде никогда не было. Почему? Когда переписывают вот с мусульманами, а это не два человека, а два миллиарда. Они говорят, как вы легко решили спасение-то. Пришел, сказал, и ты спасенный. Вот в этом-то вся тайна. Тайна, сокрытая от веков. Что другой берет за тебя и отвечает. Хотя в других народностях такое уже было. Два брата. Ну и один там допустил большую оплошность, ему какой-то долг платить надо или сидеть. Но у него семья, и брат вызывается за него. И это разрешается. Или его призывают, рекрутируют, а брат пришел и говорит, у него дети, я за него пойду служить. Вот это уже как бы в прообразах в других народностях уже было известно. Мы имеем это все в полноте. А как доказать, что умер за нас? Никак, верой постигать. Мы никак не можем показать. Конкретно сидит Христос, тут мои долги. Он берет, делает расписку и отдает. Я выкупил его из плена. Ну, это, в это надо поверить. Он умер за нас. И поэтому люди, которые слышали о Христе, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира, для них было очень непросто это принять. Как это? Мой грех он возьмет, и он прощает. Он богохульствует. И поэтому слово богохульствует ко Христу, ну, если по мнению людей, оно имело основание. Кто может прощать, кроме Бога, не зная, что Он есть второе лицо Троицы. И когда мусульмане говорят об этом, говорят, ну скажите, вы верите, что Он всезнающий? Диспуты идут. Ну, конечно, Он всезнающий. А как же, говорит, последний день не знаю ни я, но только отец. Они не знают, что он Бога человек. Как Бог он знает, а как человек он не знает. Он так отвечает. Как человек он говорит, доминует меня чаша сия. А как Бог говорит, да будет воля твоя, не моя, но твоя да будет. Эта тайна сокрыта от людей. Эту тайну доказать, чтобы тайна была понятна, это потребовалось минимум 6 столетий. Пока утрясли это учение о Святой Троице. Единосущное, нераздельное. Вот этими словами-то
украсились нам, понимать, как понимать, их никак не поймешь. Мы окружены тайной. И самая величайшая тайна та, которая сокрыта была от ангелов. Они могли сказать даже ангелы, как Бог творил мир. Может быть, знают даже состав ядра. Самое тончайшее – это ангелы. Но что он умрет за грехи людей, он воплотится, примет плоть, и ангелы этого не знали. Написано, и показал себя ангелом. Они не видели. А они прославляли невидимого Бога. И нам он явился. Ну, как бы ты ни жил, ты все равно умрешь. Какие были люди, правильные, богатыри, сильные, полководцы, все умерли. Где? Нигде никого нет. Сейчас сегодня, перед тем, как пойти, посчитал сводку милицейскую. Вы, может, даже ее не знаете. Вы отвлекаетесь зря, сестры. Вы многое пропустите. У вас будет время еще поговорить. Вы знаете, что в России теряется много людей. И не два, не три, каждый год. Никто цифру-то точно не знает. Милиция дает отчет, говорит, но это не полные данные. 150 тысяч. Каждый год. И потом цифра это увеличивается. Но другие говорят, стабильно стоит. Ну как стабильно? 150. Ну а как? Ну бывает там... Ребенок потерялся где-то, человек больной, там пошел, упал. Но это другой вопрос. Или уехал, никому не сказал, развелся от элементов, прячется, не могут найти. А это объяснение вообще, говорит, никакого нет. У нее двое ребятишек, муж работает дома, на дом на работу. Она одного ребенка отвезла в детсадик и поехала за молоком, где-то три остановки-то. И по сегодняшний день нигде нету, три года. Явно, что она не убежала, и никто не знает куда. Ну, предполагают, что воруют, куда-то везут, там рабынями делают или на органы размонтируют. Таких, которые потерялись без объяснения причины, совершенно 50 тысяч каждый год. И вот сегодня даже у нас темное, тут у нас огня-то никакого нету, не горит. Я лежу, девочка одна выскакивает, побежала. Я сразу подошел к брату Михаилу Петровичу и говорю, немедленно выйди за ней. И она пошла. Вы смотрите, будьте внимательны. Если мы это мимо пропустим, то это может коснуться нас, если мы этого не понимаем. Вот неаккуратно. А почему она загорелась у тебя? Она заснула сзади, не иначе. Она все время спит. А то время она говорила, что ну, подари этот платок, а такой же точно она тебе купит. Так написано, говорит, если Бог бык заблудал, ему отдай, то мертвого быка, а он живого тебе отдаст. Это правило такое. И поэтому на сегодняшний день, воскресенье Иисуса Христа, скажу вот это вот, неправильно поздравляет яйцами. Если яйцами поздравляют, то только сырое. Здесь мертвое, все. Почему яйцом-то стало? Потому что внутри вот это как гроб, он воскрес, а жизнь внутри. А здесь какая же? Там ничего нигде нету. Мы просто понимаем, что делаешь-то. Поздравлять с Пасхой Христовой, как Тиверия императора Мария Магдалина поздравила, конечно, должно быть только сырое, в котором есть жизнь, которая может выйти. Вот это я сказал для памяти. Когда кто-нибудь скажет, что вы заняли от язычников, мы должны сказать так. Солнце восходит позже зари. Заря является предвестницей. Поэтому в языческих народах были предсказания, разные там пифи предсказывали что-то. Это была заря восхождения Иисуса Христа. Там были пророчества прямо. Называли родиться от Марии. Придет освободитель. Но они не знали как. Солнце проглотил какой-то змей вот у северных народов. Придет какой-то богатырь, этого змея достанет, голову ему отрубит, а солнце освободит. А мы знаем, что такое солнце, свет и прочее. То есть вот таких вот образ где-то было. И апостол Павел, когда увидел, что жертвенник незнакомому, неведомому Богу, он мгновенно обратил неведомый, вы его не знаете? Нет, не знаем. А вот он как раз и есть Христос. Я о нем пришел сказать. Какая-то молва по городу пошла. На это у этого памятника воспитывались. Вот когда-то пошли они воевать и потерпели поражение, принесли жертву богам. Но какой-то еще бог у бабушки был у моей. Его имя не знает, он прогневался, и поэтому нас переколотили всех. И они тогда памятник поставили, все это совершенно незнакомое, которое он говорит, вот это и есть он на вас прогневался, Бог. И мы должны уметь воспользоваться тем, что говорят язычники. Сейчас это родноверие, которое идет, показывает. Коротко, ясно подвести. Ваша вера ничего не дает вам, кроме распутства. Наша вера дает чистоту, воскресение из мертвых и делает жизнь нашу другой, иной, ино бытие. Вот мне два дня назад, теперь уже два дня, из Украины через там администрацию нашу прикинули материал. Там есть такой на границе с Румынией Михаил Жар. Вот форпост.
Они собирают ребятишек, больных по всей Украине. Там какие-то, там не выговоришь, глухо, немо, слепой, вообще ничего нет. Это больные спином ребятишки, 450 детей. И как ухаживают, этот фильм первое место занимал на разных конкурсах. Второй, «Форпост 2» вышел-то. И сейчас до них добралась ювенальная юстиция отбирать детей. Куда такие дети? Ну дети тогда мы хорошие дети. Ну монахов около 100 человек, может чуть больше, меньше. И они говорят, у вас опыт, нападали на лагерь. Как вы от них отбились? Ну в первую очередь молитва. А он сейчас его поставили епископом, Лонгин, звать его, Лонгин. Епископ, это единственный епископ, я отвлекаюсь, который выступил и сказал украинцам, он в Украине находится, не отдавайте детей в армию, русские против русских посылают убивать, гробы пойдут, один восстал, у нас ни один епископ не восстал, не давайте детей в Чечню или куда-то в Афганистан. Он очень смелый, очень даже. Ну и вот от него поступил этот запрос, там администрация его, ну я сказал, как мы делали, мы написали плакаты, мы заранее знали, что они будут нападать, дети на крыше, недосягаемо, и на плакатах написали, коммунисты, людоеды, займитесь своей душой. А дальше, волки лютые, руки прочь от лагеря стану. Дальше, один был написан такой, Бог не в силе, а в правде, Александр Невский. Это было впечатлительно. Ну, а я нигде не появлялся, только молился. Я сказал, вот такой. А дети стояли и скандировали, не заходите, не заходите. Если отберут, значит отберут. А монахов всех распустите, я говорю. Пусть идут и благовествуют. Они знают румынский, шенгенская зона, и это, открывайте визу и идите. Для русских, для украинцев. 100 человек, по 2, это 50 точек благовестия будет. И мне они ответили, ответил сын его. Это уже второй ответ, что а как вы на это смотрите? Он объявил патриарха, как бы, не поминают его, то есть они восстали, что за этой встречи было. А как вы это понимаете? Я говорю, патриарх при встрече с папой ничего нового не привез к тому отступлению, которое уже есть. Ничего нет, все бритые, крестят как попало, все по-католически делают. Священников-то здесь 90% оттуда было, сейчас может меньше. Антоний-то привез этот, был последний, что он всех заменил здесь, своих с Украины привез. Еще вдруг, я говорю, с Булгачевым, патриарх ничего не сделал, кроме того, что уже было. А дальше будет, вот сейчас говорят, ожидать будет там отступление, этого мы не знаем. Патриарх, ему надо поминать и защищать его от монаха. Ему нужна помощь, и весь ответ. Вот последнее известие. Спасибо, Христос. Видите, как вот работают наши ресурсы, сайт, видеоканал и форум. Так, что у них будет сейчас? Концерт? Концерт сейчас будет. Ну, давай. Я остановлюсь. Вот они готовят концерт. Тетя Надя. Это наши книги. 38 книг. Вот. Вот у нас крест, мы берем, каждый себе прикладывает, где кто болеет. Считается это от расстрелянного священника. Пришел один человек и на меня повесил священнический крест. Ну, я его положил, тут кому надо, беру. Это наши книги, симфония на жития, симфония на неканонические книги, истинного православия. Ну и здесь, для слова Божия нету. И дальше 30. Тому открытым оком. Открытым оком. Все книги разными цветами. Очень у него место одно есть в случае чего, так что смотрите. Ну и трехтомник. По-моему, трехтомник Сергия, Нового Завета. Сергия будет тоже место. Здесь иллюстрации, 240 цветных иллюстраций. С толкованием откровения. Каждая книга 752 страницы.